Мы в поселке Миловка Жуковского района. Его атаковали заросли борщевика. Это растение-паразит, по нему есть программа уничтожения. Но здесь борщевик растет трехметровый. С ним никто не борется. Прямо по центральной улице поселка. Видите, все зарастает. Если его не остановить, он уничтожит другую растительность. Более того, при солнечном свете его сок выживает ожоги тела человека. Но, кстати, дети взрослые, кто-то сломает борщевик, обольется соком, и на него попадут его сок, на солнечных лучах будет ожог химический. Но никому тут дела нет. Борщевик, видите, захватил часть Миловки. Областная федеральная программа по борьбе с борщевиком, видимо, не выполняются. Там дальше Десна, главная дорога заросла борщевиком.